и сегодня пришли поучаствовать в нашем мероприятии и представители правительства Хабаровского края, непосредственно из управления, главного управления внутренней политики губернатора, и представители Министерства иностранных дел. И, конечно, сегодня очень много у нас в гостях представителей различных общественных организаций, потому что тема творчества, тема взаимодействия, взаимосотрудничества, а самое главное дружба, она действительно трогает без исключения всех. И людей высокого ранга, и исполняющих важные обязанности на своем посту, и просто людей, которые увлечены творчеством. И именно это позволяет найти тот диалог, тот правильный язык, который позволяет нам существовать мирно, в красоте и в этом замечательном диалоге. Ну и по традиции слова приветствия я хочу предоставить слово генеральному директору Градовиковского музея Николаю Ивановичу Рубанову. Она является еще одним дополнительным таким фактом нашего уже сложившегося сотрудничества. Многие годы нас связывают и научная деятельность, и экспозиционно-выставочная деятельность, совместные публикации и так далее. Эта выставка еще становится олицетворением дальнейшего нашего сотрудничества. Поэтому я очень благодарен.